Всех приветствую. Продолжаем бродить по залам главного штаба Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Генрих Компедонт. Человек и животные среди природы. Начало 1920-х годов. Хост масла. Поступление 1948 год. Приобретена на первой всеобщей германской выставке в 1925 году. Генрих Компедонт. Немецкий живописец, график, художник по стеклу и резчик по дереву, представитель немецкого экспрессионизма. На протяжении многих лет Компедонт обращался к идиллической букалической теме безмятежного, гармонического сосуществования первозданного человека, не знающего проблем современности и животных в фантастическом волшебном пейзаже. В живописном строе полотна с его яркими красками наследие группы «Синий всадник». Здесь звучат отголоски как кубизма, так и сказочного мира картин Марка Шагала. Вот такое описание я нашел в интернете к работе «Человек и животные среди природы», автор Генрих Компедонт. Работа находится в главном штабе Эрмитаж Санкт-Петербург. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.